Здравствуйте, уважаемые подписчики, гости канала, друзья. Нарезала тоненькие огурчики. Вот. Вот такие вот огурчики получились тоненькие. Тоненькие огурчики получились. Морковща. Собственно, производство, само дело. Тут морковочка, чеснок. Вот. В холодильнике она немножко примерзла. Ну ничего, нарезаем такую. На мелкие терочки, ну, такая есть специальная терочка для морковщи. Такая вот. Всыпаем салатик. Добавляем лучок, свеженький вот. Тоже миленько нарезала лучок. Миленечко, лучок. Солить не будем, потому что все подсоленное, огурчики маринованные. Вот. И добавляем растительное масло. На глаз я ложу чуть-чуть. Так вот. На ложечку. Вот так вот салатик будет. Перемешиваем. Вот. Дадим часика 2-3 настояться. Вот. Красотун получается. Немножко морковочка, говорю, у меня в холодильнике замерзла. Ничего, это так надо, значит. Она так примерзла. Ничего. Все вот нормально. Нормалек. Вот такой салатик получился. Всем приятного аппетита. Вот такой салатик получился. Морковочка какая тоненькая. Тоненькая морковочка. Огурчики миленько порезанные. Миленько, тоненько. А свеклочка просвечивается. И мешали немножко. Дым. Теперь правильно, чтоб настоялся. Всем всего хорошего. Всем приятного аппетита. Всем пока.